Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру The Room 4 All Sins. Итак, мы с вами в прошлой серии кое-как закончили с морской комнаты, получили артефакт, давайте его открывать наконец-то. Это что-то японское. Для японской комнаты. Пергаментный веер. Так, с тебя надо открывать. Ага. Да, примерно я уже понимаю, для чего это. Окей, хорошо. Идем тогда в японскую комнату. Хотел сказать, в японский сад. Но сад у нас один, но он не японский. У нас три варианта получается. Вернее, не три, а два варианта. Вот это с этой вещью. Здесь нужно пять... Угу. Тут надо либо понимать, либо... А, все, я понял. Забирай пока эту вещь. Мы идем сюда, к японской пагоде, это вот сюда вот. И вставим сюда и посмотрим, какие нужны символы. То есть сюда... Нужен треугольник. Круг сюда. Тебя сюда, тебя сюда. Хорошо. Надеюсь, теперь ты подойдешь. Ну и что дальше? Понятно. Я думал, что-то откроется, но в итоге только кнопка нажалась. И все. Может, я надо как-то закрывать? Нет, обратно он не задвигается. Так, ну вообще-то да. Снова очередной тупик. Их таких нужно, получается, две, что ли? Может быть, надо рассмотреть? Да, нет. Может быть, по возрастающей? Да нет, две одинаковые абсолютно. Эти тоже две одинаковые. Непонятно опять. Опять встряли. Так, какой в этом смысл? Оно только для этого нужно и все.
Ничего не открывается. Больше таких элементов я не видел. Куда можно будет вставить веер? Только получается сюда. Вот опять очередной ступор. Вот что делать? Что я где не увидел? Опять придется использовать подсказку, потому что я не понимаю. Я что-то, скорее всего, просто не видел и все. Меня это смущает все это время. Это, блин, жемчужина. Ну давайте использовать подсказку. Я не вижу просто никакого смысла. В японской галерее есть панель. В японской галерее есть панель с закрепленными в ней комплектом бусин. Также под бусинами есть... А какие бусины? Я никаких бусин не видел вообще в помине. Какие-то бусины. Что за бусины? Придется ждать вторую подсказку, я просто не вижу. Найденный пергаментный веер помещается на панель с бусами. Думаю, мне необходимо разложить бусины таким образом, чтобы они совпали с отверстиями в листах пергамента. Но как же мне... Что за бусы? Где их взять-то? Опять будем ждать подсказку, я не понимаю. Я не вижу никаких бус. Что за бусы? Что за бусы? Это не бусы. Какие бусы? В основании ящика пагоды в японской галерее есть гнездо для пергаментного веера. Если я помещу туда, я смогу совместить листы пергамента с символами вокруг гнезда. Да это мы все сделали-то. Это мы все сделали. Это бусы, что ли? Это вообще ни о чем. Подсказка ни о чем абсолютно. Что за бусы? Я все расположил. Бусы двигаются? Подожди, бусы двигаются? Не понял сейчас прикола. Вы двигаетесь? Они же не двигаются. Серьезно, с обратной стороны двигаются? Офигеть. Ну, до этого я не допер, конечно, да. Окей, согласен. Здесь что? Что двигается, что не двигается? Так, ну они не двигаются.
Что опять не так-то? Они не двигаются. Вообще никак. Ничто из этого не двигается. Как мне должно помочь? Они не двигаются. Ни одна панель не двигается. Такс. Тупой нож. Хорошо, тупой нож, наверное, для того, чтобы вскрыть. Да? Наконец-то, я уже эту жемчужину могу положить. Круглое металлическое изделие. Так, ну все понятно, куда это? Это вот сюда. Как раз у нас уже воткнуто. Что дальше? Это что такое? Тебе можно куда-то использовать? Да. Ух ты. Это что, какой-то лабиринт? Не, мне, скорее всего, надо как-то их правильно расположить, если они, конечно, двигаются. Опять-таки вопрос... Вот сюда могу попасть. Ага. Ну, давай попробуем сначала сюда попасть. Как бы один уже путь мы с вами сделали. Направо. Так, здесь все, в принципе, понятно. Зажгли элемент. Идешь сюда, сюда, сюда. Идем туда. В следующую комнату. Ага. Ладно. Но я остался последний, и надо будет подумать, как в него попасть.
Так, какие варианты? Вот только так, да. Очередной глаз. Так, ну тебя, скорее всего, могу забрать, да. Все правильно. И вот вопрос. Подойдет ли туда, к этим драконам? Скорее всего, наверное, нет. Нужно еще один элемент поставить. Да, там другая совсем абсолютно. Хорошо. Давайте, наверное, для начала пока поставим... башню, пусть стоит. Ставим второй глаз. Такс, как интересно. Мы добыли с вами артефакт. Ну, в принципе, как я предполагал, артефакт будет здесь. Вопрос, как его открыть? Давай опять пройдемся вокруг, посмотрим. Может, что-то опять открылось. Так, вы не крутитесь. Ага. Модель шпиля. Так, ну все понятно. Шпиль у нас... надевается на башенку. Вот сюда вот. Очередная комната. Художественная студия. Ну, в художественной студии уже вот сразу видно артефакт. Пока только непонятно, как его получить. Здесь опять-таки... ну, что-то ставить... целых две подсказки, да, то есть получается какое-то яйцо какого-то жука. Так. А, яйцо у нас находится, получается, вот сюда надо его поставить. Куда-куда ты вышел? Зачем? Зачем? Рано. Рано мы еще не все посмотрели, надо будет еще и журнал найти, вернее, не журнал, а этот дневничок, вот он. Почитаем его сначала. Где ты прячешься, Эбигейл? Ты превратила весь дом в лабиринт. Оно наверняка все еще здесь. Я его чувствую. Одновременно везде и нигде. Почему ты предала меня, когда мы были так близко? Я хочу только поделиться этим с тобой. Восстановить статус и репутацию твоей семьи. Почему ты сопротивляешься? Ты все еще здесь. Твой вкус у меня на губах. Я голыми руками вырву этот дом прямо из-под твоих ног, если придется. Я разорву твои статуи, представляя, что я вырываю твое сердце. Тебе меня не остановить, Абигейл. Такс, давай сразу смотреть, что мы можем открывать. Замысловато украшение скульптуры в виде яйца. Все, это мы с вами знаем уже, куда ставить. Здесь нужен ключ или отвертка.
Здесь нужен опять-таки какой-то постамент для чего-то, да, для какой-то фигуры. Что еще? Сюда надо что-то, получается, надевать. Человечек, который смотрит на цветочек. Это надо будет картину все это дело восстановить. Ну ладно, пока у нас, получается, есть только яйцо, и этим яйцом мы сейчас с вами воспользуемся. Потому что все равно других вариантов у нас нет. Яйцо у нас располагается вот здесь. А это другое яйцо в форме жука. Такс. Надо понять, куда его, да? Ну да, получается, его надо будет ставить в сад. Самый правый, первый. Ну уж очень похож, других вариантов просто я пока опять-таки не вижу. Очередное яйцо. Такс. А что вот это вот за место? Художественная галерея? Тебе можешь забрать? Нет, его забрать нельзя. Его забрать нельзя. Ну, наверное, пока художественная галерея. Какой-то непонятный столик. Вот здесь, наверное, да? Маленькая резная фигурка из камня. Желудь. С тремя отверстиями. Все понятно. Это опять-таки у нас сад. Это вставляется в голову, да? Этому барельефу, или как он правильно называется-то? Ага. А вот и человечек. И воду мы перенаправляем. Наконец-то вода пошла в нужное место. По идее, все заполняется, эти у нас открываются. Да. Отлично. Чтобы дальше это дело пошло, надо будет здесь решать загадку. Но тут она, по крайней мере, она простая. Просто соединить. А, тут ничего не до конца. А, тут надо знать элемент какой, да?
Элемент воды. Как интересно. И что? Это круг. Такс. Надо понять, какой элемент рисовать. Угу. Вот такой вот надо рисовать. Это круг. Ну, похож, да. Вода идет дальше, к следующему. Так, сначала надо вниз. Затем сюда, наверх и сюда. Так, в форме звезды. Это круг. Это не то. Хотя не знаю, но это круги, это же не звезда. Это явно не оно. Может, противоположную? Не-не-не-не-не. Это явно не туда. Да, вот это, кстати, уже похоже. Листочек какой-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай пока сюда. Сюда, сюда. Сюда идешь вниз. Ох ты, ё-моё, тут и так надо. Тут, скорее всего, их будет два элемента, да? Ну да. Нет, не то. Тоже не то. Значит, ты сюда, а ты сюда. Что-то похожее. Почти. Не то. Надо хотя бы сейчас один элемент нарисовать. Так, не похоже. По-моему, тут похоже. Нет? Так, звезда. Пятиконечная. И эти наоборот должны быть. А у нас что получается? Ну, звезда получается, и это тоже получается. Что не так-то? А, эти должны быть наоборот. Вот так вот. Ну, что не так-то опять? Звезда типа должна быть в... сверху, что ли? Получается так?
Или это слишком широкие? Да. Слишком широкие получались круги. Надо было поуже. Ну и что-то нам дает. А где листочек? Так, очередная непонятная загадка, да? Так, но она только влево-вправо крутится, никак не крутится вверх-вниз. Или она здесь крутится вверх-вниз? Так, тебя, скорее всего, сюда вот. А тебя вот так, скорее всего. Чуть-чуть не похоже, да? Чуть-чуть совсем. Так, а так не получается. Надо только с тобой. Ну, либо так, либо так. Не, ну это явно сюда надо будет. В эту сторону. Это явно сюда. Значит, только надо, получается, теперь вот эти под, как-то подкорректировать. Да не сюда-то, но... Не, это совсем криво как-то получается. Мне казалось, что в принципе это было нормально. Вот сейчас вот вообще никак. Да не сюда же, ну. Нет, не в эту сторону. Ну вот, оно хоть похоже, хоть как-то. А, подожди, у нас тут что-то не так. У нас их надо как-то отзеркалить, синие. Вот. Очередной артефакт. С вами закончили, ребята, с садом.
Сад пройден. Ловушка, столь неощутимо, постепенно срабатывающая, столь божественная, что жертвы не замечают ее до конца. Оковы земли были не в состоянии связать меня, но я и сейчас чувствую, как их шипы пронзают мою кожу. Отлично, с вами мы, ребята, прошли сад. Ну и продолжим с вами уже в следующей серии. Так что, ребят, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.